спокойно, и своим вот именно поведением она подчеркивала, что для нее, наверное, это не самый важный этап. И в этом процессе, и вообще. Мне кажется, что вот своим таким отношением и к жизни, и к своей позиции, и ее, все ее поведение, оно сегодня помогло мне, по крайней мере, не растрогаться. Мария попыталась открыть дверь, открыла окно и таким вот образом вылезла из автомобиля. Подтверждений о том, что с выборами было что-то абсолютно не так, как написано в опубликованных официальных документах, но есть на данный момент очень много. Мы все понимаем, что сейчас исторический момент в Беларуси. Впервые за 26 лет, а может быть и за 100 лет, белорусы готовы взять будущее в свои руки. И мне кажется, что каждый из нас абсолютно без каких-либо иллюзий пошел на этот сложный путь, именно потому что мы знаем, если существует хотя бы 1% того, что наша деятельность приведет к свободе и независимости Беларуси по-настоящему, и мы сможем построить современное демократическое государство, то ради этого стоит бороться, ради этого стоит жертвовать какими-то своими собственными неудобствами и комфортом. Это абсолютно осознанный выбор каждого из нас. Она была самая такая вот энергичная среди нас. Она прям вот... Я горжусь, что я сейчас могу быть здесь. Она, знаете, она много чего мне передала, потому что я на тот момент была такая более спокойная, неуверенная в себе. А вот Маша, она меня заряжала своей энергией, она заряжала своей уверенностью, она все время всех успокаивала, все будет хорошо, не надо бояться, мы там победим. И, конечно, каждый день для тех людей, которые сейчас находятся в заключении, мне очень трудно представить, насколько им тяжело, да, и Марии, и всем остальным. И я думаю, что многие тоже не думали об этом, не понимали, недооценивали, но на самом деле своими глазами увидели, насколько сильными могут быть женщины.